Слушай, смотри, Амкал, молодцы, они нам поднимают планку. То есть на победу, если Рома выиграет, они дают 50, это вообще топ. Они нас возвышают, и я знаю, что мы выиграем, пацаны, да. У нас сильнее команда, мы тренируемся, и бабки никакие ничего не зарешают. Деньги разве поменяют игру Ромы? Она как играла, так и будет играть хуёво, если честно. Почему? Мне вообще пофиг, сейчас подмотивировали пацанов, ну, пусть как бы, но мы будем отталкиваться от своей игры, поэтому без разницы, подмотивировали или нет. Да, ну, пусть радует, но думаю, что не придется радовать. Думаю, что он как сэкономит на этом матче. А, сэкономит? Угу.